Приветствую вас на канале Техревизор. Умная бытовая техника все больше завоевывает популярность из-за удобства удаленного управления. В этом рейтинге собраны 5 лучших умных электрочайников на 2024 год. Модели различаются исполнением, объемом, мощностью, количеством температурных режимов, а также дополнительными возможностями, доступными в приложении. Прежде чем продолжить, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить выход новых обзоров. Ну а теперь приступим! Пятое место рейтинга занимает Redmond Sky Kettle Arkei M216S. Электрочайник довольно лаконичного дизайна и простой формы оборудован большой удобной ручкой, на верхнюю часть которой вынесены кнопки управления и индикаторы. Адиабатный корпус создает эффект термоса за счет полого изолирующего слоя в стенках. Это защищает наружную поверхность от нагрева для безопасной эксплуатации, а также обеспечивает длительное поддержание тепла. Внутренняя колба выполнена из прочной, устойчивой к окислению и нагреву нержавеющей стали. Объем чайника стандартный – 1,7 литра. А благодаря высокой мощности нагревательного элемента в 2200 Вт нагрев происходит очень быстро. При необходимости можно выбрать температуру нагрева воды из 4 положений – от 40 до 85 градусов или включить режим кипячения. Больше возможностей регулировок предусмотрено в фирменном приложении. Здесь доступен выбор температуры с точностью до 1 градуса, а также включение функции поддержания тепла, которая может работать до 12 часов. Еще одной функцией выступает возможность управления подсветкой. Можно выбрать ее цвет или активировать режим «Ночник», чтобы снизить яркость. Кроме управления через приложение, этот чайник поддерживает голосового помощника Алису. На четвертом месте стоит Mi Smart Thermostatic Kettle 2 Pro. Элегантный чайник лаконичного дизайна объемом 1,7 литра установлен на достаточно широкой платформе, из-за чего занимает немного больше места, чем аналоги. Но это добавляет и особого стиля, поскольку на ней расположен поворотный регулятор для удобного выбора температуры нагрева. А на этом регуляторе находится дисплей, на котором отображаются выбираемые настройки, а после – текущая температура. Это позволяет всегда знать температуру воды для удобства эксплуатации. При выборе настроек можно указать любое значение с точностью до 1 градуса. Дистанционное управление происходит с помощью приложения. Помимо выбора температуры нагрева, здесь можно также включить функцию поддержания тепла длительностью до 24 часов, выбрать режим специальной работы для очищенной и водопроводной воды. Во втором случае вода вначале доводится до кипения, а затем остужается до заданного значения. Также управление возможно в экосистеме умного дома Xiaomi Mi Home. Еще хочется отметить качественную сборку чайника и надежный термостат британского бренда Strix, который быстро нагревает воду, хотя мощность модели немного ниже – 1800 Вт. А за счет специальной конструкции корпуса обеспечена безопасная эксплуатация. Тройку лучших открывает Viomi Smart Kettle VSK-152D. Электрочайник выполнен в элегантном черном корпусе цилиндрической формы. Крышка открывается с помощью кнопки на ручке. Ручка достаточно большая и удобная для удержания в руке. В отличие от большинства моделей, этот чайник имеет меньший внутренний объем – 1,5 литра. Поэтому за счет нагревательного элемента мощностью 1800 Вт нагрев всего объема происходит быстрее. Работать модель может в двух режимах – кипячение и подогрев. Нагрев регулируется в 4 температурных режимах – от 40 до 90 градусов. Поэтому модель подойдет и для приготовления детской смеси, и для заваривания разных сортов чая. Для удобства температура воды в чайнике показана на дисплее, который расположен на ручке. В приложении, кроме регулировки температуры, пользователю доступны и другие функции – поддержание заданной температуры в течение определенного времени и таймер для отложенного включения. Также взаимодействие возможно в экосистеме умного дома Xiaomi Mi Home и умного дома Яндекса. Как и прочие модели, чайник оборудован блокировкой включения без воды и автоматическим отключением при снятии с подставки. Такой набор защитных опций предусмотрен во всех моделях рейтинга. Второе место занимает Sibling PowerSpace SK1. Это достаточно габаритный чайник в стандартном исполнении, выполненный в корпусе черного цвета. Также модель можно приобрести в белом, бежевом и бирюзовом цвете. В отличие от других моделей, у него панель управления с дисплеем вынесена на корпус. Здесь можно выбрать температуру нагрева воды и включить функцию поддержания тепла. Всего у модели предусмотрено 7 режимов – от 45 до 100 градусов. Кроме обычного кипячения есть специальный режим – очистка воды, при котором кипячение происходит в течение 3 минут. Температура воды в реальном времени отображается на дисплее.
Аналогичные режимы работы предусмотрены при дистанционном управлении через приложение. Также здесь можно задать работу по расписанию и синхронизировать чайник с другими устройствами умного дома. Например, можно активировать нагрев при срабатывании датчика движения. Также управление возможно с помощью голосового помощника Алисы. Внутренняя колба из прочной нержавеющей стали вмещает 1,7 литра воды. Нагревательный элемент с максимальной мощностью 2200 Вт обеспечивает очень быстрый нагрев. Схожими рабочими характеристиками наделен и лидер рейтинга. Лидером рейтинга стал Polaris PWK1725 CJLD Wi-Fi IQ Home. В отличие от предыдущих моделей рейтинга, чайник выполнен в прозрачном корпусе из высококачественного термостойкого стекла. Еще одна особенность – это 5 вариантов подсветки, каждый из которых соответствует определенной температуре нагрева. Всего у модели предусмотрено 5 температурных режимов – от 40 до 100 градусов. Выбор происходит с помощью кнопок на ручке, а контроль настроек – посредством индикаторов. Дистанционное управление возможно через приложение, с которым связь осуществляется по Wi-Fi. При этом количество пользователей не ограничено. Также чайник работает с голосовыми помощниками Алиса, Маруся и Салют любого типа, в том числе и через загруженные приложения. Перечень команд зависит от используемого ассистента. Еще одна важная конструктивная особенность модели – это особая технология крышки Waterway Pro. Она позволяет наливать воду в чайник, не снимая крышку. А чтобы очистить колбу изнутри, крышку можно полностью снять. В общем, это хорошо оснащенная модель надежной продуманной конструкции с удобным приложением. Среди покупателей она самая популярная и получила массу положительных отзывов, а потому заслуженно занимает первое место топа. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можно посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о выходе новых рейтингов и обзоров техники. А с вами была команда канала «Техревизор».